Более 250 томичей приняли участие в ярмарке вакансий компании «Газпром Трансгаз Томск». Томские газовики предложили соискателям около 180 вакантных мест для работы на магистральном газопроводе «Силы Сибири». Его строительство ведется в рамках Национальной восточной газовой программы. Получить всю информацию о желаемой работе из первых рук от представителей компании. За этим на ярмарку вакансий пришел третьекурсник Томского промышленно-гуманитарного колледжа Григорий Кисарчук. Студентом он будет еще полгода, но о будущем всерьез задумывается уже сейчас. У меня специальное сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Можно пойти и слесарем, ремонтником, и оператором товарным. Ну, как минимум, уже две профессии есть. Мы приглашали Томский политехнический университет, ТУСУР, приглашали экономико-промышленный колледж и политехнический техникум. То есть это те учреждения, которые непосредственно готовят специалистов от данного направления. Диспетчеры по транспорту газа, инженеры электрохимзащиты, инженеры по автоматизации связи. Сегодня «Газпром Трансгаз Томск» нуждается в самых разных специалистах производственного профиля. Сотрудников компания набирает для работы на магистральном газопроводе «Сила Сибири», одном из ключевых объектов реализации восточной газовой программы. «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Сегодня строительство крупнейшей системы транспортировки голубого топлива – выходит на финишную прямую. Завершить его пусконаладку и начать поставки газа планируется уже к концу следующего года. К переезду, да, готова. В автомоменту нет. Посмотрела банк вакансий, нашла специальность диспетчер, потому что прошлая моя работа заключалась диспетчером. Работать сегодняшним соискателям предстоит в Якутии и Амурской области. Подбор персонала компании «Газпром Трансгаз Томск» ведет как среди томичей, так и среди местных жителей. Это первый этап работы, да, с персоналом. Далее предстоит работа по квалификации резюме, по отбору, по их рассмотрению руководителями производственных отделов и в дальнейшем уже приглашению кандидатов на собеседование к нам. Ярмарку вакансий работодатели называют самым эффективным методом поиска специалистов. Но тем, кто не успел принять в ней участие, не стоит отчаиваться. Все вакансии представлены на официальном сайте компании. Резюме можно подать в режиме онлайн. Всего до середины следующего года «Газпром Трансгаз Томск» планирует принять на работу более 500 новых сотрудников.